пробирка нагревается, и на мониторе можно увидеть прямую, которая показывает, до какой температуры нагрелся песок. На первом уроке в обновленном классе ученики знакомятся с оборудованием и проводят лабораторные работы. Определяют качественный состав серной кислоты, наблюдают ее взаимодействие с металлами. Самые любознательные смогут пользоваться мини-экспресс-лабораторией для своих исследовательских проектов. Здесь находятся индикаторы, с помощью которых можно определять, допустим, можно определять качество нашей воды, водопроводной воды, на наличие, например, свободного хлора. То есть там полоска, тест-полоска, которая опускается в воду, и сразу же виден результат. Подобное оборудование появилось благодаря поддержке Евраза. На благотворительные средства 500 тысяч рублей приобретены медиапроектор, интерактивная доска, ноутбук, цифровой микроскоп, цифровые лаборатории по химии, наборы моделей заводских химических аппаратов, наборы реактивов и расходных материалов, кристаллизационные чаши, учебные пособия, средства индивидуальной защиты, а также мебель для учеников и учителя. Наши дети, которые в большинстве своем выбирают профессии горно-металлургического профиля, конечно, смогут получить хорошую подготовку для того, чтобы продолжить образование по профилю именно горно-металлургическому. Два года назад Евраз НТМК также помог оборудовать в горно-металлургической школе современный класс физики. Александр Мешков, Михаил Корняков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.